первая игра в финалах Кубка Стэнли, твои впечатления, как получилось? Не знаю, чувствую себя отлично и хорошо то, что команда выиграла, и не знаю, даже не ожидал то, что так выйдет, но я просто был готов, и все, и уже и голова была настроена, и тело было готово к игре, так что только выходите играть, и все, это все, что мне оставалось. Хорошо то, что все так сложилось.